Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриллер и Русская Рыбалка 4, и я нахожусь на реке Сура, и где хочу попробовать половить жереха. Я, откровенно говоря, уже пробовал эти жереха на данной локации, и скажу вам, что половил в целом-то неплохо. Но ввиду того, что что-то пошло не так, у меня, к сожалению, не получилось сделать ролик, поэтому буду пробовать еще раз. И в прошлый раз я сделал достаточно неплохие результаты. То есть за один час ловли на жерехе в троллинг в три палки вышло почти 500 монет. Не знаю, как получится сегодня отловиться. Надеюсь, будут результаты не хуже, а может быть даже и лучше. В общем, буду пробовать. Сейчас по ходу рыбалки расскажу вам, что, как и к чему. Хотя на самом-то деле, возможно, уже многие и знают, где в данный момент ловят жереха на реке Сура. Итак, давайте потихоньку будем собирать снасти. Как я и говорил, это будет троллинг. Значит, нам для троллинга нужны что? Нужны спиннинги, точнее, ну, в моем случае это будут кастинги. Сейчас быстренько в быстрый слот их поставим. Итак, в принципе, у меня, смотри, уже один спиннинг точно собран, это флюорокарбоновая леска на 19,1 килограмм без использования поводка и вот такой вот волкер, то есть это поппер. Ну, тут стоит иметь в виду, что это поппер, а не воблер. И очки, естественно, лучше вкинуть в попперы, чтобы, ну, якобы ловить трофеев. Вот, крючки здесь заменены, это у меня берсерки 2.0, какие были, такие поставил. В этом варианте у меня стоят черные крючки. И давайте делать первый заброс. Вторая сборочка, в принципе, все то же самое, только у меня тут крючки немножко другие. Ну, они, в принципе, 2.0, но они, видишь, белые. И, в принципе, как я уже сказал, все то же самое. Леска на 19 и без использования поводка. Вот. И третья сборочка у меня вот такая. Здесь, опять же, все в принципе то же самое, за исключением приманки. Здесь используется крафтовый поппер Бальса Волкер 65F002. На нем также стоят крючки 2.0, не точка, а дробь, прошу прощения. И вот как-то вот такими сборочками я, короче, буду ловить на реке Сура. Ловить я буду в целом, наверное, здесь, так как, допустим, в прошлый раз, когда я рыбачил, мне понравилось здесь гораздо больше. И крупнее жерех заходил, и чаще. Но также ловят его еще здесь. Лично для себя отметил, что клюет лучше либо около, точнее вдоль ямы, либо, ну, где-то здесь. Если ходить троллингом по ямам, ну, вот, по крайней мере, здесь клева практически нет. То есть вот здесь окей, а здесь почему-то нет. Ну а здесь я как-то тоже с краю ямы, получается, вдоль ямы. Ну и, в принципе, поклевочки были. Ночью, к сожалению, клюет гораздо хуже. То есть клева практически нет, поэтому я, наверное, сразу буду отправляться уже куда-нибудь вот сюда и уже здесь начинать свой троллинговый ход. Так, ну есть уже первая поклевка. Давай посмотрим, что это. Это, кстати, жерех, 692 грамма. Но я, наверное, зачетных брать не буду. Я их буду все же отпускать. Пусть живут. И в дальнейшем когда-нибудь обязательно клюнут трофейными. Вот еще одна поклевочка. И это у нас, это тоже, кстати говоря, жерех. Это уже зачетный жерех. И клюнул он на, собственно, крафтовый поппер. Как раз таки где-то в этом районе. И еще поклевочка сразу. Замечательно. Замечательно. Ну, вот это нормальная поклевка. Ну, ты ясь. Это не то, что нужно. Вот, кстати, смотри, доплыл до точки назначения. И я смотрю, что у меня вот первая поклевочка. И сразу смотри, вторая поклевочка. Но это, правда, голавлик на 2 килограммчика. А что же у нас на левой удочке? Давай-ка. О, тут, смотри, хорошенькое что-то. Я надеюсь, что это будет все же нормальный жерешок. Ой, даже разматывает, смотри, немножко. Давай-ка проверять. Да, это хороший жерех.
Это хороший жерех. 6300. Отлично. Отлично. 6300. Ну, как я смотри и говорил, то есть. В принципе, наверное, жерех все же еще здесь находится. Это замечательно. И вот тут, как бы, опять же, стоит нелегкий выбор. Пытаться троллить здесь или все же ходить по всему этому загибу, скажем так. Вот даже, честно говоря, не знаю. Но пока, наверное, попробую вот так все же походить. А дальше будет уже видно, как будет клевать. Время, в принципе, 4. Раннее утро. Сейчас будет, я надеюсь, хороший клев. Вот еще, смотри, пока тут немножко болтал с вами, уже поклевочка случилась. И тоже неплохая. Кстати говоря, тоже неплохая. И тоже жереха. Ну, килограмма на 4 должен быть. Да, 4400. Отлично. Продолжаем. Блин, трофейчика бы закрыть. Прям очень хочется, я вам скажу. Трофейного жереха. Нужно будет, наверное, сегодня еще попробовать на Ахтубе троллингом походить. Может, на Ахтубе есть что? Если, может быть, кто знает, как на Ахтубе дела обстоят с клевом, напишите, пожалуйста, в комментариях, если есть какая-то информация. Я, может, конечно, сам попробую походить, поперебирать что-нибудь. Может быть, что-нибудь из этого и получится. Но если есть конкретная информация, то буду благодарен, естественно, вам, если с ней поделитесь. Ух ты! Вот это я зря сделал. Ну, хотя это жерех небольшой, но тем не менее. Зря я останавливаюсь, когда начинает поклевка какая-то случаться на средней спиннинг. То есть, если ловите в три палки, то останавливаться, когда клюет на средний спиннинг, ну, не имеет смысла, потому что, ну, моменты бывают всякие. И неоднократно были такие моменты, что из-за того, что я остановился по своей невнимательности, я упускал рыбу, потому что разматывала полностью. И уходила, ну, как говорится, вон туда, в сторону буйков, точнее, за буйки. Поэтому на среднюю, если клюет, не останавливайтесь. Да, в принципе, наверное, многие вообще не останавливаются. Я зачастую, не всегда, но зачастую пытаюсь останавливаться, пока вываживаю рыбу. Для чего я это делаю? Да чтобы не проплывать в холостую, скажем так. Ну, если рыба-то клюнула, получается, у меня приманка только одна в воде работает, а второй нету, и третий, собственно, тоже. И чтобы вот этих моментов как раз не было, я все же останавливаюсь. И уже после того, как рыба оказывается в садке, продолжаю троллинговый ход. Ух ты, смотри, что у нас тут. Поклевочки. Пока я там рассматривал рекорды недельные. Я вот еще что думаю, может быть, уж пока я на суре, может быть, имеет смысл попробовать вечерком на какой-нибудь яме встать, поджиговать. Может, что из этого еще получится. Думаю, посмотрю рекорды там по бершам, по каким-нибудь, по судакам. А тут, смотри, у меня раз и поклевочки на сразу на три снасти. Ну, здорово. Правда, жерех всего один. А остальные это окунь, получается, и кто? И мелкий ясь. Но, тем не менее. Вот это что-то опять хорошенькое, смотри, сила. Опять же, ближе к завершению карты. Около буйков. Неплохо, в принципе, жерешок 2700. А это 2700, знаете ли, это будет больше 20 монет, скорее всего. Поэтому вполне себе такую рыбку ловить. Конечно, трофея хочется. Но за наименем трофея, так почему бы хоть серебришко немножко не подзаработать. Ну, кстати, вот, смотри, опять поклевухи. Может быть, даже, кстати, имеет смысл здесь попробовать в проброс покидать. Кстати говоря, можно будет попробовать. На те же попперы, на эти. Как вариант, в принципе. Может быть, что-то из этого и получится. Где-нибудь как раз-таки встать вот здесь в конце карты и пробовать. Будет время, я, может быть, даже попробую. Кстати, решил тут половить на вот такой вот поппер. Сейчас покажу. Вот. Бальцахоппер 9F. И смотри, как активненько голавль на него поклевывает. Может быть, кому-то будет интересно. Правда, весь мелкий был, но вот сейчас, смотри, уже даже зачетный голавлик клюнул. До этого штуки 4, наверное, поймал я не зачетных. Может быть,
И имеет смысл на такой вот поппер пробовать. Посмотрим, что будет с жерехом. Будет ли он клевать жерех на вот этот поппер. Но, по крайней мере, головли маленькие точно на него клюют. Ну, был такой момент, что на данные попперы на Ахтубе неплохо клевал как раз-таки жерех. И я уж решил. Ну, а почему бы нет? Почему бы не попробовать, кстати? Кстати говоря, здрасте. Берег. Уперлись. Осталось еще немножко времени на рыбалку. Будем смотреть, что... Сколько, точнее, я тут нарыбачил. Трофейных, естественно, жерехов нет. И жереха поменьше вроде бы как, чем... вот когда я рыбачил в прошлый раз. Но прилова меньше гораздо. Вообще нет щуки никакой. В прошлый раз у меня щуки много было. Вот. Езей, головлей. Наверное, садок не очень крутой будет. Ну, посмотрим. Еще, в принципе, минут 15 я, наверное, троллингом похожу. Сейчас вечер, может быть, что-нибудь... Может быть, что-нибудь и клюнет. Кстати, пробовал тут по дню здесь походить немножко. Ну, жерех, да, поклевывает, но крайне редко и не особо-то крупный. То есть, самые крупные, опять же, результаты и чаще поклевки были здесь. О, смотри на поппер, какая поклевуха, которую вот только что поставил. О, какой голавлик, смотри, чё. 4826. Не, ну хороший голавлик, хороший. Я говорил, стоит пробовать на этот поппер головля, наверное, ловить. Вот, пожалуйста, результат налицо, как бы. Трофейный голавль пойман. Конечно, миссия не выполнена, цель у меня трофейный жерех, но трофеем я всегда рад. Даже не тем, которые нужны в данный момент. Поэтому круто. Пробуйте, пробуйте. Вот такой вот поппер. А вот такие же крючки. 2-0 с опушкой. Все как везде, как у всех, наверное. Вот, и клюнул, получается, он где-то здесь. Я тут на разворот пытаюсь уйти. Он мне немножко помешал. Не, ну приятно. Хоть какой-то трофейчик за сегодня попался. Ну что, билет подходит мой к концу. Тут у меня, кстати, кто-то клюнул. Быстренько выбираем. Выбираем следующий билет. Я уж хотел на самом-то деле возвращаться по бесплатной программе на базу. Но кто-то все же клюнул у меня. Пришлось все же билет следующий потратить. Но не суть на самом-то деле в билете. Просто хотел... Ты голавлик. Просто хотел бесплатно и по-быстрому долететь и до, собственно, базы. Но, по всей видимости, придется либо так плыть, либо делать перезаход. Вот. Так что как-то вот так. Получается, ну что, 54 минуты, я думаю, достаточно. Один трофейчик. Ну и смотри, на поппер действительно головли клюют. Причем нормально, трофей был закрыт. Если кому интересно, обязательно пробуйте вот такой вот поппер, получается. Ну и, естественно, заглядывайте на Суру, потому что... Ну, потому что на Суре зачастую вообще мало ловят ребят. Вот. А сейчас, смотри, нет-нет, ну, жереха можно немножко половить. Может, вам повезет лучше, чем мне, и вы, естественно, поймаете трофея. Вот, мне, к сожалению, не повезло. Нет, ну, трофейного-то я поймал, правда, головля. За жерехом, ну, я думаю, многие знают, что я давно пытаюсь его закрыть, но все, к сожалению, никак. Может быть, как-нибудь получится... Или повезет на белорыбице где-нибудь его закрыть на уклейку какую-нибудь. На живца я имею в виду. Потому что на спиннинг, ну, почему-то не дается. Самый большой жерех, которого я вообще когда-либо ловил. Сейчас покажу. Это был 7 килограмм 815 грамм на пискаря. Чуть-чуть не хватило до трофейчика. Грубо говоря, 85 граммов. Вот. У нас, в принципе, уже полночь. Я не думаю, что будут какие-то поклевки. Хотя, опять же, вчера у меня, когда я записывал серию по русской рыбалке 4, тоже по Суре, вот, часа в 2, наверное, ночи, неплохой жерешок клюнул килограмма так на 4, на 5, может быть. Где-то, опять же, где-то в этом районе. Не знаю, лично мне заходит вот здесь. Вот.
Сейчас нашел, пока тут ходил троллингом, пока не клевал информацию на форуме, что ловит один парнишка еще вот здесь и вот здесь. Но он ловит в проброс. Тоже жереха. Но там у него прям целая история, как он ловит. То есть там, насколько я понял, он играет только через перезаход. И то есть делает перезаход, вечером ловит какое-то количество зачетов, ночью нифига не клюет, днем у него тоже нифига не клюет, потом опять делает перезаход и вечером опять, короче, ловит. Ну, как-то вот так вот он, короче, рыбачит на форуме, поделился информацией. Не знаю, я не проверял, опять же, там. Хотя вчера, опять же, когда уже подходил к базе, получается, у меня как раз-таки здесь были поклевки жереха. Но, правда, не здесь, как вот показано на форуме, а вот здесь непосредственно. Ну, я думаю, это не сильно критично. В общем, пробуйте, а мы чё? Будем тогда двигать на базу и смотреть, какие результаты у нас вышли за час рыбалки на реке Сура. Так, ну что же, давайте посмотрим кафешку. Здесь есть все. Есть все, чего у меня нет. Вот, но я, в принципе, на много это и не рассчитывал. Ну и давайте поглядим, что у нас здесь. Здесь у нас получается сколько? 26 хвостов на 399 монет. Но, как я и говорил, вчера результаты у меня были больше. Но вчера был такой момент. Ну, кстати, да, жерех вчера у меня вышел где-то на 300, на 360 монет. И вся остальная рыбка еще где-то на соточку. Сегодня результаты поскромнее. Это всего 400 монет, как бы, да? Без сколько-то там копеек. Вот. Но в целом для суры, наверное, это нормально. Не знаю. В общем, пробуйте. Почему нет? Я думаю, можно неплохо здесь половить жереха. Может быть, опять же, вам повезет больше. Если данный ролик был вам полезен, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А у меня же на этом все. С вами был Дриллер, Русская Рыбалка 4 и река Сура. Всем пока!